Итак, всем привет. Сегодня мы будем проводить действие наш ручник. Думаю, сделаем с помощью вот такой вот штуки. Так, нет, вот так вот. То есть при нажатии на ручник, утягивание рычага происходит, надавливание на вот этот вот рычаг, и он выжимает кнопочку. Происходит замыкание контактов. Вот, делаем сейчас, значит, два провода зачищаем и подключаем их на дублирующую кнопку ручника. Вот сейчас прикрутим, посмотрим, что у нас получится. Получится ли вообще, потому что ширина вот этой доски маловато. Вот, поэтому может коробить. В общем, попробуем. Так, накинули провод на наш ручник. Пропустили его по уголкам. Закрепили. Зафиксировали. И вывели на подключение. Вот таким вот образом. Работать все это будет вот так вот. Вытягиваем наш ручник. Оп. И сработал. Вот, осталось нам как-то закрыть вот это вот красиво, может быть, каким-то пластиком темным, еще чем-то, может быть, короб какой-то. В общем, найду что-то. Покажу. Вот. Ну а пока как-то так. Главное, чтобы работала косметика, это мелочь. Таким вот образом мы с вами привели в действие ручник. На этом заканчиваю свое видео. Всем пока, до новых встреч!